Александр Горшковозов исполняет 4,5 оборота. Хорошее начало. Вот это да! Обратите внимание, сейчас показывает Алексея Георгиевича Ивангулова, вот главного тренера сборной команды Великобритании. Просто не верит своим глазам, как блестяще выполняет Александр Горшковозов 4,5 оборота. Слушай, Максим, я сейчас затрудняюсь ответить, но какие оценки поставить ему? И сумма какая будет? В районе 95 баллов точно. Браво, Саша. 99-90. Ого. Вот это да! Вот это прыжок. Ну и как сейчас? Поможет ли Юлик Прокопчук исполнить также хороший прыжок и подобраться к тройке лидеров? Ох, какая сейчас, конечно, ответственность на ее плечи ложится. Да, вот это прыжок у Александра Горшковозова был. Я просто в шоке. Юля! Что делает? Что делает украинская команда? Смотрите, Юля делает ничуть не хуже, чем Александр. Тоже прыжок 9-бального значения. Слушай, это ж надо так хлопнуть дверью, а? Да, это... Ты представляешь, как надо собраться, Максим? Просто войти вот в... Тем более у Юли-то задача была еще тяжелее. У нее еще тяжелее, потому что... После супер-прыжка Горшковозова, это... Ну... Представляешь, какой это? Да, они обходят наших ребят, к сожалению. Но Виктор Минибаев, конечно, вот хлопает, понимая, что наши ребята остаются, к сожалению, за чертой призеров. Ну, а мы поздравляем украинцев, потому что они совершили, ну, какое-то прям чудо, не побоюсь этого слова. Наконец-то, вот говорит Саша. Медальку взяли, да. Медаль чемпионата мира у меня. Ну, абсолютно заслуженно. Да, естественно, такие прыжки продемонстрировать всему миру. Слушай, как все зависит от последнего прыжка, а? Да, удивительно. Да, да.